Мне вновь снился дедушка. Так вот он сел на кровать рядом с курицей и нежно ее приобнял. Он приговаривал: «Моя хорошая, моя прелестная курочка». И тут я вновь проснулся. Я был весь в поту. Я не знал, что мой дед настолько любил куриц. Какую херню я говорю? Хьюстон, надеюсь, вы этого не слышали. Задача — взять станцию отладки в руки. Если вы уверены, что это именно то, что было изображено на схеме, попробуйте перенастроить этим приемник. И если вы не уверены, то при поражении током скафандр автоматически снимет мерки вашего тела для заказа гроба в нашей компании. Спасибо, что вы выбрали Всемирное похоронное агентство. Отладить приемник. Ну, как говорится, русская, китайская, какая херам разница, все сделано на Тайване, видимо. Работай, сука! После трех ударов на терминале загорелись разные кнопочки, и, кажется, на мониторе появилась какая-то информация. Сеть стабильна. Я молодец. Внимание выживших. С ближайшей точки эвакуации за вами выслан спасательный челнок «Надежда». В связи с легкой... Время прибытия спасателя превышает расчетное время вашей жизни на 4369 лет. Необходимо добраться до точки эвакуации самостоятельно, преодолев радиацию, но с вашими текущими навыками это невозможно. Для повышения вашего уровня необходимо создать какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. Дерьмо, навязанное разработчиками. Кстати, они сейчас используют наш канал связи. Привет вам. Зачем вы навязываете дерьмо космонавтам? Что, без этого никак нельзя было? Загорелись жопы у стримеров. Простите, о чем я? Так, создать и взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками, чтобы мы могли заявить о наличии уникальной системы прокачки в игре. Это что такое? Пиво, чувак. Самое дешевое пойло, которое литрами хлещут все настоящие космические волки. Неизвестно, из каких отходов варится эта жижа, тем не менее пиво отличается приятным мягким вкусом гудрона и ароматом свежего помета дикобраза. Эта банка, кстати, уже пустая. О, детка, невероятно выживший. Не удалось определить координаты выжившей. Связь работает только на прием, что дает прекрасный повод не отвечать и не отвлекаться, несмотря на возражения гормональной системы. Я пропустил, там были сиськи на аватарке. Как же хорошо. Сиськи, что за сиськи? Создать и взять в руки... Да мне важно, где сиськи? Невероятно выживший, я видеть твоя аватар онлайн. О боже. Здесь есть Телеграм или WhatsApp, как связаться с ней? Или это Тиндер? Местный инопланетный космический Тиндер? Что это? Книга. Да, да, это она, та самая книга. Внутри у нее страницы, на страницах буквы, цифры, мятые уголки и следы от жирных пальцев. Она пахнет книгой, выглядит как книга и на вкус ничем не отличается от книги. Интересно, какие книги на вкус? Чё за дерьмо они мне навязали? Вода, снаряжение, инструменты. Лом. Ага. Это должна была быть сложнейшая профессиональная аппаратура для распределения по внутренним программным сетям потоковой информации с криптографическим шифрованием. Так подождите, она же у меня уже есть или нет? Вот он, лом. Моя зовут детка, я очень красивая, ты спасти меня, умоляю, я совсем отдаюсь, сними шлем, может, ты услышишь мой крик скорее.
У вашей собеседницы очень милый акцент, вызывающий фатальные ошибки в моих грамматических функциях. Вы знаете, я в детстве читал о приключениях Геракла. Вот там тоже зазывали, знаете, сирены были такие. Возможно, это космическая пута... О, сирена как раз. Так, ткань возьмем. Кресло можно просканировать. Ах, вот для чего мне лом. Отлично. Ну что же. Занимаемся сбором ресурсов. Это не очень удобно, потому что, как видите, все это летает. А кислорода, увы, вновь ограниченное количество. Фух. Главное, Ваню не разбудить. Так. Обожаю шкафчики. Что это такое? Это проволока как раз. Замечательно. А может быть, все квестовые предметы мы засунем под кровать? Отдых не требуется. Неужели это один шкафчик? Да вы издеваетесь. Должны быть еще. Это что? Понятно. Создать и взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками. Что за дерьмо? О каком дерьме идет речь? Объекты, станции. Я видеть на радаре опасное место. Там много живительной кислороды, и туда не летать. Если там вдруг курить, твоя можно взорваться. Лучше задохнуться, чем сгорать. Дерьмо, навязанное разработчиками. Действительно, какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. Очищенный металл, проволока и утолщенная изолента. Утолщенная изолента делается из резины. Резина у нас есть. Я не выспался. Надо больше отдыхать. Очищенный металл. Так, проволока есть. Утолщенная изолента. Сделаем. Очищенный металл. Как очистить металл? А вот, очищенный металл. Металл. 4 штуки. Все, я понял. Металл, металл, металл. Сколько там металла нужно? Проволока есть, очищенный металл 2 штучки. Ага, не хватает еще одного кусочка металла. Фу, привет, космос. Ты по мне наверняка соскучился. Ты знаешь, я по тебе тоже. Кто бы что про тебя не говорил, но ты прекрасен. А вот и мой кусочек металла. Мне показалось, что в какой-то момент меня все-таки стошнит. Очень быстрые, частые передвижения по горизонтали и вертикали. Я часто терялся в пространстве. Очищенный металл. Очищенный металл. Ты можешь его скрафтить. Снаряжение, ресурсы, да. И второй ценный ресурс был приготовлен. Ты еще живая? Я не сумею назвать мои координаты, но тут рядом обломки, а слева тоже обломки, и ты должна помогать. Умоляю, скорее лететь за мной в радиация. Прекрасный байт на сиське. Мне кажется, это какая-то инопланетная зараза. Пытается привлечь мое внимание. Утолщенные изоленты. Еще раз. Нужна резина в количестве 2 штук. В прошлый раз резину я нашел на корабле. Лопух. Прямо как я. Так. Знаете, мне бы попить.
справить нужду. Окей. Это странно, но, видимо, очень полезно справлять нужду. Чем еще удивишь? Желтоватая вода. О. Получается, из обычной воды путем естественного осланения через почки. Вы знаете, мне говорили, что уринотерапия помогает. Но это я могу только выкинуть. Навряд ли мне это пригодится. Хьюстон, не подскажете, где можно добыть резину в космосе? Возможно, в приемнике. Пластик, батарейка. Может быть, я и сам справлюсь. Пластик. Опустевшая залежь. Черт. Простите мой акцент, человечество летает по всей галактике, но так и не сумеет сделать хороший переводчик. Ты меня спасать или нет? Такое ощущение, что со мной связался офицер Пак Пау. Вы, наверное, его не знаете. Когда-то я работал полицейским. И вот у меня в напарниках был офицер Пак Пау. Он тоже так говорил. Он был азиатом. Господи, я... Это... Ну-ка. Я больше не хочу, видимо. А, нет, хочу. Пожалуйста, резина, пожалуйста, резина, резина, резина. Проволока. Ну ладно. Очищенный металл, пластик, из такого пластика, бла-бла-бла. Снаряжение, инструменты, композитные ресурсы. Батарейка. Щелочная батарейка, массово используемая во всех электроприборах мира. Не рекомендуется разбирать и прикладывать к языку спящего друга. Слышь, Ваня, смотри. А, у меня же батарейки пока еще нет. Или есть. Черт, не тебе скафандр. Ну ладно. Снимать я его, пожалуй, не буду, потому что Ваня заснул навечно. Кстати, если вы тоже хотите оказаться в космосе, то вы можете использовать космическую станцию Steam для взлета. Я слышал, что Хьюстон даже раздает ключи шифрования для запуска ракеты прямо в нашем канале, в котором мы общаемся. Какую херню я говорю, вы все равно ничего не поняли, потому что вы тупые шмарки. С кем я вообще разговариваю? Я же один здесь. Вам нужен лом. В смысле, вы не говорили, что он ломается? Ебана мать. Кстати, я так скучал по своей матушке. Это было больно. О, Хьюстон услышал вас, астронавт, ключ на старт. VP0VF4XBI2IOPA. Возможно, я что-то наврал, но вы исправитесь. Активируется в терминале Стима, если у вас такой есть на Земле. Да. Батарейка. А мне... Нужен еще один лом. Снаряжение, инструменты, предметы. На моем мониторе показались сигналы из спасательных челнок, и прямо в этой точке, но никто не отвечает. Наверное, там очень опасно, значит, стоит слетать. Не подумайте, это не расизм. Я не пытаюсь пародировать чей-то акцент. Я просто так зачитываю. Так было задумано. Наверняка.
Меня же за это не забанят. Знаете, толерантность, толерасти, она и в космосе. Толерантность. Она повсюду. Я чувствую себя некомфортно. Мои права ущемлены. Да, Коля, в питании сила, не в питании могила. Надо поесть. Надо поесть. Да. Для этого нужен ресурс. Ценный ресурс. Так, сухой паёк космонавта. Раз. С обшивки надо резину срезать. О, сообщение от Хьюстона. С обшивки снимается резина каким-то образом. Ой. Так. Обшивка с резиной. А вот, смотрите. Требуется секатор. Где я, мать вашу, секатор найду? Ну-ка, инструмент. Щуп, дрель, лом. Нету секатора? А, утолщенные изоленты, еще раз. Утолщенные изоленты из резины. Чтобы добыть резину, нужно распотрошить обшивку. А чтобы распотрошить обшивку, нужны ножницы, секатор. Но у нас его нет. У нас даже лома нет. Не было. До сих пор. Что это такое? О, кстати, очень приятно. Попробуйте почесать себе спину. Ну, погнали. 600 метров до возгорания. Нет, мы не долетим явно. Ткань берем. Кресло. Контейнер. Может быть, в контейнере что-то есть? А то они контейнеры. С ценным грузом, да, нам повезло. Эй, Хьюстон. У меня для вас радостное известие. Мы нашли... Оп. Резину. Ой, Александра. Полетели с нами. Или вы не Александра? О, простите, вы Петр. Иван и Петр. Предлагаю вам поспать с Иваном. Оп. Иван, подвиньтесь. Вот так вот. Значит, комбайн. Инструменты, ресурсы, утолщенные изолента. Объекты станции. В смысле? Прервали процесс. У меня большая... Что большая? Что большая? Я пропустил очень важное сообщение. У меня большая бюст и стройные ноги. Хотелось, чтобы ты знать и мотивировать меня спасти. И тут я почувствовал что-то неладное. Видимо, эти пришельцы слишком многое знают о мужском организме. О том, как мы мыслим, как мы действуем. Мне срочно нужно было потерепонкать, чтобы не делать глупостей. Я уже заговорил даже, как... Какое-то инопланетное существо. Мне стало страшно. Я понял, что не следует отправляться на поиски чего-то неизведанного. О чем я? Передумай о сиськах. Это, возможно, отразится на успешности нашей операции. Дерьмо, навязанное разработчиками, создать. Действительно выглядит как дерьмо. Дерьмо, навязанное разработчиками. Действительно, какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. Ну и что мне с этим делать? Давайте посмотрим. Уникальная система прокачки получена. Получено 9069 опыт. Получен максимальный уровень. Получено звание великого созидателя. Доберитесь до точки уровня. Проследив активность мозга во время вашей работы, была проведена его стимуляция небольшими разрядами с целью улучшения инженерных способностей. Судя по полученному результату, это ничего не дало и вызвало ряд галлюцинаций, но было занимательно. Преодолеть радиацию по-прежнему невозможно, но я помечу координаты спасателей для бесполезной мотивации. Ударить себя.
О, черт. Я отнял здоровье и получил ачивку сотрясения. А можно как-то убрать эту? Вань, Петь, подвиньтесь. О, черт. Он держал в руках курицу и гладил ее, приговаривая: «Милый мой петушок». Курица смотрела на него и молчала. А он смотрел на нее с благоговением. Он приблизился к ее клюву. Почесал гребешок. Вот. Поставь на пол эту вещь. Какую вещь? Бесполезную хрень от разработчиков? Хорошо. Установить. Подождите, это же похоже на хер. Очень смешно. Взрослые люди, делайте игры. Что это такое, член? Вам не стыдно? Ты не жената? Я вот нет, но очень хотеть. Если выжить, вы могли бы пойти свидание. Ты меня спасать? Да там какие-то страшные сиськи, если честно. Я даже не уверен, что это сиськи. Я так однажды другу на камеру ладошки показал. Он такой: о, какие ягодицы. А потом это оказались ладошки. Просто подушечки очень мягкие и похожи. Вот, смотрите, почти как сиськи. Ну, ладно. А доберитесь до точки эвакуации. Как мне это сделать-то? О, черт. Нет, подходящих предметов. Ай-яй-яй-яй. Требуется секатор. 630 метров. А мы успеем долететь? Мне кажется, нет. Давайте изучать окрестности. Жаль, у меня нет ускорителя. Очищенный металл, резина и еще один металл. Я задыхаюсь. Астронавт, помните, что ваш костюм снабжен инструкциями по выживанию от Биара Грилса? Нажмите «Тап», откройте меню с ресурсами, там вы увидите, где что достать и каким образом. О, и я уже ознакомился с этими инструкциями. Астероид. О, интересно, что там внутри астероида? Мне кажется, даже лома не хватит. Точнее, его прочности. Давай, детка. Нет, черт. Какого хера? А что если загнать астероид внутрь моего шаттла? Секунд, давай же.
нет, ладно. Кажется, меня отправили в свободное плавание. Итак, снаряжение, инструменты. Сделаю два лома. Дрейля. Черт, а где ее активировать, эту схему? Точнее, как ее изучить? О, обалдеть. Шикарно. Боюсь представить, сколь ценный ресурс выпадет нам, если нагадить. И где мой астероид? Алюминий. Мягкий, пластичный и полезный металл с примесями какой-то дряни. Для работы сгодится и такой. Я получил сигнал из Нормандии. Ты тоже его получить? Мне кажется, это какая-то ловушка. Не нужно летать туда. Может быть, это выжившие заманивать и поедать другая выживших. Нормандия? А... Ну еще скажи, сам Шепард с тобой связался. Вам нужна помощь, космонавт? Хьюстон, ну, если вы можете мне рекомендовать локацию, куда можно слетать в поисках ценного лута, я, в принципе, вас послушаюсь, наверное. Но в остальном нет, спасибо, что поинтересовались. Так, куда еще можно слетать? Ну, смотрите. Что-то наш движок. И что-то произрастает из двигателя. Что это? Я понимаю, что подобная картина может вызвать у вас ужас, но все ваши опасения напрасны. В подобной ситуации вам нужно будет оплатить лишь половину стоимости поврежденного скафандра. Агентство Брэссидж гордится своим лояльным отношением к клиенту. О, ужас. Бедняга. Секатор! Мы нашли секатор, боже мой! Ну, теперь точно заживем. Мальчики, подвиньтесь. Мне тоже нужно отдохнуть. Этой ночью космонавту Олегу ничего не снилось. Зато я выспался. Мне показалось, или я что-то слышал? Какие-то странные сообщения попали в эфир. ВЛГ Хуисис? Что бы это значило? Неважно. Мне кажется, это лишняя информация, которая попадает в эфир, которую следует заблокировать. Жаль, что Хьюстон не фильтрует подобные сообщения.
и так нелегко приходится в этом скафандре, жарко. Не покувыркаться, знаете ли. Давайте включим музыку. О, да. Кайф. Расслабляет. Вот теперь я воспользуюсь секатором. Опасность обледенения? Что? А такого вы меня не предупреждали. Стандартный гроб Всемирного похоронного агентства. Вскрытие гроба будет считаться правонарушением и актом вандализма, который никто не осудит, если вы погибнете. А если никто не увидит? Ну, как вариант. Когда я пытался связь с этим тучкой, сигнал не пройти. Очень странное место, скорее всего, смертельное. Ты должен выяснить, что там. Количество сбитых старушек впечатляет, как и сам факт сбивания старушек в космосе. Кажется, мой бортовой компьютер сошел с ума. Почему вы называете Хьюстон меня космическим вандалом? Я просто пытаюсь выжить. Я человек с нелегкой судьбой. Что это такое? Автоматическая система температурного контроля челноков. Из-за обледенения датчиков работает на максимальной мощности и способна растопить хладогель вместе со шлемом. Со шлемом? Вот об этом вы мне не говорили. Обнаружен туалет. Некоторые наши клиенты очень болезненно относятся к туалетным темам, в связи с чем включен словарный фильтр, который будет заменять слово «фекалии» на слово «радость». Мы, кстати, можем подобную систему у нас внедрить. Хьюстон на связи. Рекомендуем вам изучить область с меткой облачка, а также место между облачком и вашим кораблем. Облачка, 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 как в небе, да? Хорошо, вас понял. Хьюстон, информацию принял. Продолжаю выживать. Я сыт и бодр. Облачка. 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 Вот, наверное, вот это вот это облачка, хотя похоже на клевер больше.
обрезанный клевер. У меня уже 30 секунд осталось на возвращение. Это очень мало. Облачко. Технический отсек обеспечения. Поврежденный сканер двери. Можно просканировать сканер сканером, чтобы занести данные сканирования повреждений сканера в систему защиты сканера сканером для экстренной разгерметизации отсека. Необходим сканер. Я использовал слово «сканер» 8 раз. Мне нужен сканер. Я понял. Сканер нужен. Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа, вероятнее всего, кислорода. Самый что большой? О, твою мать. Хьюстон, вы специально это сделали? Вы знали, что у меня мало здоровья, и теперь я умер, товарищи. Возрадуйтесь. Ты снова лгать. Ты здесь, а значит, не мочь умереть. Рассказывать правду. Подтверждать. Самый большой презерватив. Что это? Где я? Черт. Сканер. И чего ваш сканер делается? Снаряжение, экипировка, инструменты. Секатор. Хьюстон, а можно вопрос? Если я скрапчу сильные скафандры и шлем, а что, и у меня шлема нет, что ли? Видимо, нет. А если я скрапчу усиленный шлем и скафандр, мне это не прибавит запасов кислорода, я полагаю, потому что здесь есть отдельный баллон. И ускорение, и что-то еще, не знаю, система нагрева или охлаждения, хер его знает вообще. Нахождение не встречается, необходим для повышения защиты от радиации, понты. Ну, я так и знал. Повышение защиты от радиации, крафт. Впервые попал на твой стрим. Как оно там в космосе русских разработчиков? Замечательно. Мне кажется, разработчики сидят на Земле и глумятся над бедными космонавтами, которые пытаются выжить здесь. В условиях явно неблагоприятных. Но в целом, знаете ли, приятно. Приятно сотрудничать с Хьюстоном. Хьюстон, можно еще один, пожалуйста, ключ шифрования? Заранее спасибо. Сообщение. Детка. Я готов пересчитывать это вновь и вновь. Это что, Локон? Она блондинка. Я только сейчас понял, что это Локон. Команда спасателей. Внимание выживших. С ближайшей точки эвакуации за вами выслал спасательный челнок «Надежда». В связи с легкой неисправностью двигателей и расчетное время прибытия спасатели через 4369 лет. Книги. Фотографии. Газеты. Другое. Кстати. А можно это прочитать? Как нет? Вы что, издеваетесь? Я хочу прямо отсюда прочитать заголовки. Упущение. Зато член сделали, да? Есть чем гордиться, да? Замечательно. Можно сесть. Это летающий член. Знаете что? Где эта хрень? Все, аривидерчи. Пусть он полетит к той самой блондинке, которая шлет мне сообщение. Пойду подышу. Сейчас буду лететь до облачков и вернуться. Здоровья-то опять мало. Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа, вероятнее всего, кислорода.
Технический отсек обеспечения. Почти поврежденный сканер двери. Можно просканировать сканер сканером, чтобы занести данные сканирования повреждений сканера в систему защиты сканера сканером для экстренной разгерметизации отсека. Необходим сканер. Я использовал слово «сканер» 8 раз. Зачем ты выкинул игрушку? Затем, чтобы ты потом в рамках своего приключения нашел мою игрушку. Может быть, даже стукнулся лбом об нее. Так, куда я еще успею слетать? Возможно, сюда. Что это? Судя по количеству радости, вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. Что? Это означает, что поблизости могут находиться крупные запасы воды из баков душевых. Главное не спутать их с дохлый баками хомяк? Для жидких отходов. Желтоватая вода. Бедолага, почему-то на крупных судах этих щекастых всегда было немало. То ли сбегали и плодились, то ли их специально кто разводит. Не знаю, но думаю, их тут еще немало встретится. Предлагаю назвать его Хэммонд, хоть данный унитаз и не похож на пилотируемого робота. Да подожди, я хочу полетать, что ты пищишь-то постоянно, господи, дай мне хоть две минуты, мать твою! Щука! Русскому человеку в космосе уже полетать нельзя! Все пищит да пищит, где-то видно! Кислородный баллон, блин, на 50 секунд! В жопу вам засунуть его надо! Ну слушай, я мертв! Опять я мертв! Что ж такое-то, господи, ужас, Иисусе! Да не лгать я! Я летать хочу и смотреть, и изучать, и озвучивать, а вы не даете мне этого сделать, не в жопу! Кстати, похоже на гроб. Ну, ёптите, где мой хомяк теперь? В шопе, да? Щука, та-та-та. Ба-ба-ба. Пёрнуть не успеешь, уже кислород закончится. Судя по количеству радости, вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. А, количество это говна, означает, ты имеешь в виду? Это поблизости могут находиться группы. Точно, мы же договорились. Бедное животное. Предлагаю назвать его Хэммонд, хоть данный унитаз и не похож на пилотируемого робота. Кислородная свеча. В жопу мне ее нужно засунуть. Капельку того, щепотку этого, немного вольт, и вот оно, чудо гидролиза. Гидролиза. Я спутал с другим словом. Зачем мы Хэммонда хомяком позвали? Такой свечой, конечно, не надышишься, но пару сиплых вдохов она обеспечит. Кислород плюс 40. Это 90% моего запаса! Алло! Говорит Хьюстон, для увеличения запаса кислорода вам придется проявить смекалку. Предполагаем, что вам сможет помочь презерватив, который около облачка. Я вообще презервативов не видел, еще у паролишек и презервативы в космосе, Хьюстон! А, действительно, вот же презерватив. О боже. Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа, вероятнее всего. Нет данных о пригодности презерватива в качестве кислородного резервуара, но можно попробовать собрать простейший баллон для отвлечения от фатальных мыслей. Мне понадобится эта штука, чтобы встретиться с незнакомкой прекрасной. Надутый презерватив изучить. Кислородный шарик, новая схема. О боже. Кислород не вечен. Ладно, я домой. Пойду изучать чертежи.
Да, Хьюстон. Лак, поспи и восстанови уже здоровье. Хорошо, Хьюстон. Таких снов. Видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, а дальше я не помню ни... чего. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все дальше холодны. И как часы затмения, и как часы затмения... Так, проснулись! Хватит там резидент слиперов ставить. Хьюстон, это непрофессионально. Вы должны были не спать, а следить за состоянием моего здоровья, между прочим. Итак, снаряжение. Кислородный шарик, он же презерватив. Надутый, гладкий и красивый. Многоразовый универсальный баллон, укрепленный изолентой. Предупреждаю. Изделие из резины не многоразовое, а одноразовое. Чудо инженерной мысли, выполненное в теплых презервативных тонах. Нужен презерватив, проволока и утолщенная изолента. Запас кислорода плюс 25. Презерватив. Где же мне презерватив-то найти? Очень интересная локация. Давайте сгоняем, посмотрим, что там. Ты пробуй преодолеть радиацию без скафандра. Обязательно попробуйте. Вдруг это нас спасти. Да-да, конечно. Мы все уже поняли, кто ты такой. Точнее, я не знаю, кто ты такой, но это явно диверсия. Что это? Это залежи алюминия. Требуется дрель. Судя по степени разложения, данный субъект погиб задолго до катастрофы. У нас здесь убийство, Шерлок, мы просто обязаны его проигнорировать. Так. Спасибо. О боже, убийство лампой. А вряд ли он задохнулся от этого, находясь в скафандре, где кислорода хватает на целый вдох. Лампочки. Изучить новичок. Новичок. Препарат «Новичок» разработан при поддержке Пенсионной ассоциации. В состав этого уникального препарата вошли такие редкие ингредиенты, как мел, возможно, повышающий потенцию, уголь, вероятно, тоже что-то повышающее, вода, сахар и аскорбиновая кислота. Рекомендовано для лиц, достигших половой зрелости и испытывающих необоснованную боязнь перед близостью даже с самим собой. Таблетки для мужской силы. Помню, в детстве сожрал целую пачку, думая, что это конфеты. Тогда я впервые открыл некоторые особенности своего организма, вроде возможности неудержимой рвоты и диареи одновременно. Препарат «Новичок» 50 мг. Покупай во всех аптеках страны. Таблетки покрыты оболочкой. Теперь со вкусом банана! Неизвестное вещество с подозрительным названием. Это не космос, это цирк! Гробы с любовью? Что?
мне стало интересно. Здесь, видимо, ничего нет. О, боже! Какая красота! Что это? Что это за пузырики? Да замолчи ты! Похоже на почтовый челнок. Наверняка он перевозил множество бесполезных вещей, большую часть которых украли еще до погрузки. Множество бесполезных вещей. Ну да, рассказывайте, конечно. Так я вам и поверил. У нас еще есть время. Есть и кислородная свеча. Забит. Придется возвращаться. 150 метров. Я тут установил MP3-плеер у себя в скафандре. Надеюсь, вы не против, Хьюстон. Надо же мне как-то веселить себя. Синева. Трава у дома. Вот так вот. Зеленая трава. Вот черт. А можно ли это все выкинуть? Простор, оправданный всемужество, космическая музыка, вплывает головой наш разговор. Презервативы, кстати, необычной формы шарик, особой прочности и эластичности. Можно накачать кислородом, получится немного, но на один вдох точно должно хватить, если не лопнет. Если не лопнет. Будем надеяться, что не лопнет. Нет, подожди, хомячок нам не нужен. Как и календарь, как и бутылка пива. Выкинь эту дребедень. Фотографию дедушки я оставлю. А, черт. Ну ладно. Зачем ты желтую воду носишь с собой? Я не знаю. На всякий случай, вдруг пригодится. Никогда не знаешь, что тебе пригодится в космосе. Обыкновенная лампа накаливания малой мощности, например. Уникальная форма и стандартизированный размер позволяет ей легко застревать во рту. Ха-ха. Ты должна стараться не есть. Еда может быть отравлена. И вода, и воздух, я о тебе заботиться. Рассказывай, сучка. Запихни хомяка в туалет. Думаешь, это возможно сделать, господи? Rest in peace, motherfucker.